Здрасте, здрасте, люди добрые. Сегодня новый день в Малбуале, и я на Филиппинах. Мы направляемся в каньонинг, на водопад Кавасан. Нас забрал тук-тук, нам ехать полчаса с нашего отеля. Взяли экскурсию, потом расскажу, что сколько стоило. А вы подписывайтесь на канал, приятного вам просмотра. Буду обозревать то, что получится снять. Едем мы вот в компании каких-то, вроде бы, 13 девушек. С мозаикой. Красота, да? Хорошенькие. А вот и Наталья. Ну что, едем? Да. Неожиданно. Это было в тук-туке. Хотя организованные экскурсии. Я сижу комфортно. Я надеюсь, ты сейчас будет слышать. Вот она. Муал-буал. Красота. Кошка моего такси. Не, ну это вообще пальмовые плантации. Это, короче, жизнь такая гигантская. Тропика. Эту дорогу туда падает, это нечто. Все в зелени утопает. Полностью. Здрасте, здрасте, люди. Короче, вот эти тапочки за сотку, за 100 песо арендовали. Уже небольшой развод, не дают их. Локер тоже стоит сотку, но его можно на всех поширить. Все остальное вроде бы дают бесплатно. И должен быть еще обед. Экскурсия у нас стоит от отеля 2000 филиппинских песо. Входит каньонинг, трансфер и обед. Вон наши там собираются. А, еще для телефона можно купить, короче, штучку, чтобы он типа не вымок. Но я ее не взял, так что посмотрим, что я там буду снимать. Надеюсь, айфон не убьется. Саня, привет. Ну все, теперь наша банда идет куда-то к каньону, потому что довезли нас только до точки, где, соответственно, выдают оборудование. Все там обобрали до нитки. И идем дальше, короче. Группа в полосатых купальниках и шлемах. Все, сейчас будет инструктаж у нас. Короче, посадили нас на скутер один, и мы едем на фонтан. Ой, какой фонтан? На каньоне. Вот, прикиньте, мы едем втроем. Погрузили, что называется. Надеюсь, айфон водонепроницаемый. Блин, уже... Ой, ливень пошел. Ставьте лайк. Ну что, так происходит высадка. Мы подъехали, ехали минут 5-7. И все. Высадка идет. Все, вся наша группа подъезжает. Все, наша команда выдвигается вглубь, в джунгли. Ну что, люди добрые. Мы куда-то пришли. Зелененькая водичка. Красота какая. Похоже, здесь и будем сейчас сплавляться. Не знаю, нужен ли вам здесь такой контент, но пусть он будет хоть чуть-чуть. Ну нифига себе здесь вообще. И рыбы полно. И идем не пойми как. Вот, кстати, мои тапки за 100 песо. И склоны.
и наша группа. Короче, я кайфую. Это ли не рай, скажете вы? Вау. Жестко. Они говорят, что сейчас прыгать надо с 7 метров сразу вниз в каньон. А максимальная точка 15 метров. Никто не хочет прыгать первым. Первый пошел. Жестко. Блин, страсти. Второй пошел. Так. Папа, мне страшно. Ready? What? One moment. Okay, ready? What? Yes. Three, two. Yes. What's the word? Я не могу брать. Don't be shy. Three, two. Все, ребята, я, короче, прыгаю первым на 7 метров. Я очень боюсь, но я должен это сделать. Okay, ready. За вас, ребята! Поехали дальше! Ребята, это вообще неимоверное ощущение. Посмотрите, в какой красоте я стою рядышком. Здесь скалы, здесь какие-то лианы, здесь поросший папоротник. Здесь просто очень непередаваемое ощущение. Мне очень здесь нравится. Движемся дальше по реке. Водичка достаточно прохладная, но в целом терпимая. Очень круто. Ребзики, понапрыгались. Я на кайфах. О, я прыгнул максимально с 11 метров. Один. Это было круто. Сейчас мы на локации с водопадами. Поглядите. Я вообще просто в афиге крутейшем. Целый спуск занял примерно час. И был перерыв. Ой, следующее включение будет, скорее всего, уже с ланча. Тут очень круто, посмотрите! Фантастично! Это очень лютое место, товарищи, всем советую! Водопады и каньонинг Каваса! Люди, это нечто! Вы просто поглядите! Чуть руки трясутся, извините! Но я должен вам это все показывать. Я же блогер. Эмоции просто переполняют. Я уже не знаю, что говорить. Адреналинчик несколько раз выделялся. Потом спать хотелось. Но вы сами все видите. Я думаю, лишние комментарии здесь будут неуместны. В целом, я так понял, что мы уже двигаем в сторону... Ну, типа, обратную сторону, там, где покушаем, потому что уже спусков в воду вроде бы не будет. Ну, а природа, я думаю, вы сами все можете глянуть. Немножко жаль, что GoPro у меня нету, но я думаю, на будущее надо исправлять эту историю. Может, я насобираю когда-нибудь на GoPro-шку, чтобы уже все моменты закрыть, и звук был лучше. И картинка, и чтобы можно было гонять с камеры водонепроницаемой, потому что айфончик мне пришлось отдать гиду, типа мы с ним пошерим стоимость чехла, я не знаю, сколько мне сдерут, пофиг, я уже готов на суммы, потому что оно того стоит, однозначно это того стоит.
А гляньте-то, какая красотища, товарищи. Со всех сторон. Мы куда-то спустились вниз. Вон все группы уже расслабляются, скидывают свои шмоточки. Да, пушка, пушка, пушка. Это нечто! Поглядите сзади на меня, какой видочек. Народ тут устроил фотосессию. Я, собственно, тоже. Все, скинули уже экипировочку. Водичка тепленькая, ну так, слегка может быть, чуть-чуть холодненькая. Место однозначно топ, везде джунгли. Ну, короче, оно того стоило. Приезжайте на Кавасана Фоллс, товарищи, я вам всем советую. Просто уже снимаю, ребят, уже честно, болтать не могу. А красоты впечатляют. Ну, а это вид уже снизу. Это линия рая, прям как в Аватаре. Лианы, деревья. Тропики, короче. Ну и дохренище лестниц. Если у вас там больные колени, или вы пенсионер возрастные, там, я не знаю, как вы это все осилите. Дорогу мы уже идем часа два, наверное. Всю дорогу сопровождают нас гиды. Помогают там, где нужно присесть. Тебе нужно пройти. Вау! Папоротник вот этого дофига со всех сторон. Короче, ну круто. Нравится. Во-первых, хочу вам показать очень крутой графончик прямо здесь на выходе. И сказали, что вот на вот этих двух деревьях, они очень высоко, летучие мыши. Я прям слышу их свист. Если вы сможете разглядеть их вот посерединке. Это не листики и не плоды, это летучие мыши. Блин, красота на красоте. Лианы, мосты. Я поражен, если честно. Просто гляньте, как обросло все. Кайфово. Едем обратно уже. My friend, no. For YouTube. Okay. На заднем фоне видно море. Я думаю, вы сейчас кайфанете. Вот наша команда. Thank you so much. Так, все, доехали мы, получается, до нашего спота. Подали нам здесь обед царский, курочку, какие-то макарошки, рисик, еще что-то. Вот мальчики и девочки собрались здесь на ужин. Наталья, как, все понравилось? Ой, вообще отлично. Это лучший каньонинг в моей жизни. Ладно, будем кушать, и вам приятного аппетита. Потом, может, еще что-нибудь снимем. Пью, короче, я чай на кухне. Подошла бригада большая каких-то музыкантов. Дети, и начали петь Merry Christmas, Jingle Bells. Офигеть. Гляньте, тьма детей. Просто подошли и начали петь. Не знаю, прикольный хор у них получился. Что за перформанс такой, непонятно. Но все с гитарками. Это Филиппины, детка. И, ну вы только поглядите, какой роскошный закатик. Извините, что я повторяю эти слова. Все, что приходит в первую очередь. Девочки на пляже лежат. Sunset time. Панаксама бич. Муал-буал. На кайфах. Ну что, дорогие подписчики, хотим поделиться своим опытом поездки на Кавасан Фоллс. Далее расскажите, как оно было? Было хорошо. Но нужно ехать с хорошей физической подготовкой. Не бояться прыгать. Все. Ожидания и реальность совпали. Правда. Даже было неожиданно, он был огромный, этот каньон. Правда, очень большой каньон. Мы, наверное, спускались часа два минимум. Мы приехали в 10 утра, прошли быстренько инструктаж и вернулись уже на место на ланч в 2 часа дня. Да,
Ну, стоило своих денег. Конечно, отдали стоило. Мы, получается, 2000 за саму путевочку эту у нас в отеле. Скинули 100 нам немножечко с человеком. И 100 песо стоили тапочки, аренда тапочек. Без них вообще никуда. Надо их брать там. Я думаю, явно по нынешнему курсу умножаем на 1,75 в районе 3500 рублей. Однозначно стоит. Я считаю, что это очень крутое мероприятие было. Да, самостоятельно, скорее всего, не получится. Был трансфер, был обед вкусный, хороший. Гиды помогали там спускаться, подниматься. Но если вы прям совсем маломобильный, то, возможно, не для вас история. И у нас на каждого человека было, считай, по одному гиду, который помогал тебе идти, показывал, куда наступить, и поддерживал тебя. Ну и сбрасывал тебя. Да, они немножечко подталкивали, когда можно было в воду. Ну, психологически не так просто сразу прыгнуть с высоты в маленький пятачок. Ну, я к первому прыжку я готовилась долго. Да. Что можно сказать? Все, я думаю, зарезюмировали для вас. Все ссылочки я оставлю. Где это место находится, тоже оставлю в Айде. Скачивайте Айду. И прощаемся, да? На сегодня выпуск заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите больше видео про Филиппин. Ну и до новых встреч, ребята. Пока-пока!